Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Прибыли кировских предприятий восстанавливаются медленнее, чем в среднем по России. Финансовые результаты деятельности организации за январь-май в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличились в 1,8 раза. Такие данные приводит региональный Минфин. Рост по России в 3 раза. Несмотря на то, что цифры в Кировской области скромнее, они позволяют увеличивать планы по налоговым поступлениям. На ближайшем заседании УЗС планируется принять поправки в бюджет, согласно которым дополнительно поступит почти 1,5 миллиарда рублей налога на прибыль организаций. Рост обеспечивают химическая отрасль, деревообработка, оборонка, торговля, энергетика, финансовый сектор. Программа «Экономика». Авитек и КМП завершают процедуру слияния. К концу 2021-го это будет одно предприятие ВМП «Авитек» с единым технологическим комплексом производства, начиная от проектирования до выпуска изделий. Об этом рассказал руководитель предприятия Александр Иванов губернатору, который на этой неделе посетил промплощадку. Сейчас завод начинает реализацию экспортного контракта. До конца года будет заключен еще один, в перспективе заключения экспортных контрактов на 3 года вперед. Экономика на 101 FM. Кировчане предпочитают регистрировать бизнес дистанционно. За 7 месяцев 2021-го налоговые органы 11,5 тысяч раз оказали услугу по регистрации на основании документов, представленных в электронном виде. Это 3/4 всех регистрационных действий. Показатель немногим превышает окружной и общероссийский. Некоторые предприниматели пользуются такой возможностью через банки, которые сформировали пакеты услуг с регистрацией и открытием счета. А на сайте налоговой направить документы без посредников можно через сервис государственной регистрации юрлиц и ИП. Экономика. В завершение о курсах валют на сегодня: официальный доллар 74 рубля 15 копеек, курс евро 86 рублей 62 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.